Раз, раз. Раз, раз. Давайте присаживаемся все. Сейчас начинаем. Добрый день. Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну, это называется, что касается законодательства Российской Федерации. Еще раз здравствуйте, друзья. Мы вас приветствуем на проекте «Научные уикенды», который проводит Иркутский государственный университет и клуб молодых ученых «Альянс». Мы уже на финишной прямой 8-го сезона. Каждую субботу в 11 часов известные ученые, преподаватели, исследователи старейшего университета Восточной Сибири и Дальнего Востока представляют то, чем они занимаются в стенах классического университета, и, соответственно, мы имеем возможность эти лекции послушать. Мы – это те, кто приходит в научную библиотеку имени Распутина Иркутского университета, и те, кто смотрит нас в социальной сети Facebook на страничке Иркутского госуниверситета. Сразу скажем, что если вы пропустили какую-то из лекций, а мы с 25 сентября уже встречаемся, то можно зайти на научно-популярный блог «Универсум», universum.isu.ru, и посмотреть там не только лекции 2021 года, но и предыдущих сезонов. А если вы обратили внимание, нашу программу мы всегда ее составляем так, чтобы здесь были лекции разных сфер знаний. Это и геологи, и географы, и биологи, и историки, и экономики. Но так получилось, что в этом сезоне у нас прям несколько лекций на тему эко. Ну, во-первых, это очень модная тема, скажу честно. Во-вторых, это тема, к чему мы только-только стремимся, поскольку мы говорим сейчас о раздельном сборе мусора. Мы все время говорим про зеленый бизнес, зеленую экономику. Ну и когда мы говорим о городском развитии, одной из ключевых тем всегда возникает проблематика, связанная с озеленением городов. Поэтому сегодняшняя тема должна быть не просто актуальной, она будет еще и полезна. Ее могут даже использовать, в том числе в своей профессиональной деятельности, я так предполагаю, органы местного самоуправления. Будем надеяться, что кто-то из них нас смотрит. Я хочу представить сегодняшнего спикера. Всегда с большой радостью представляю новых людей, которые только в первый раз приходят на проект, потому что после первого же, может быть, еще и второй раз. Елена Владимировна Потапова, доктор сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук, профессор кафедры гидрологии и природопользования географического факультета Иркутского университета. Озеленение городов, Елена Владимировна, пожалуйста, на сцену. Ну а для тех, кто у нас первый раз смотрит или первый раз пришел, могу сказать, что примерно час мы отдаем на лекцию, а затем можно задавать вопросы, как те, кто находится в аудитории, в самой библиотеке. А, дорогие друзья, те, кто нас смотрит в онлайне, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, пишите, мы обязательно их озвучим. Так, вроде бы я включила, да. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, спасибо за возможность рассказать о своей работе. Спасибо вам, что, несмотря на снег, дождь и какой-то там коронавирус очередной, вы приходите на эти слушания и уделяете внимание нашим исследованиям. Итак, тема озвучена. Прежде чем я приступлю к основному повествованию, хотелось бы буквально два слова уделить главным терминам и главным понятиям нашей сегодняшней лекции. Это зеленые насаждения. Слово «зеленые» я намеренно взяла в скобки, потому что, конечно, селекционные работы в мире не останавливаются, и сейчас значительное количество видов, использующихся в озеленении городов, не зеленые, а могут быть красные и даже еще нескольких других цветов. В Иркутске это представлено незначительно, но вы понимаете, да, наш регион находится в зоне экстремального земледелия, и это касается и насаждений тоже. Второе определение касается озелененных территорий. Здесь, к несчастью, стоит сказать и отметить, что официального определения на основе законодательства Российской Федерации у них нет. Это определение, которое я скомпоновала из нескольких основных свойств. То есть теоретически озелененные территории – это любая территория, на которой есть насаждения, да, преимущественно они искусственные, но наличие насаждений предопределяет
такую структуру, как озелененная территория. Есть еще термин «экосистемные услуги», я о нем скажу отдельно попозже. Итак, города на Земле, конечно, разные. Они отличаются не просто по структуре, они отличаются по уровню содержания, они отличаются по уровню экономического даже благополучия, и это сказывается на их структуре. И они отличаются по времени своего происхождения и по тому, на чем основана жизнедеятельность того или иного города. Я думаю, вы понимаете, что есть города промышленные, есть города-курорты, есть города, которые так или иначе, города-музеи, города старинного, ну, так, как сказать, наследия и разного рода другие формы городов, даже транспортные узлы сформировались вокруг или, точнее сказать, около транспортных узлов сформировались огромные города. Ну, это исключительно иллюстративный материал. Города сейчас выглядят по-разному. Есть и все еще старинная застройка, есть и очень современная застройка. И, конечно, вот крайняя картинка – это футуристический пример города. Для городов в современное время характерные определенные тренды, ну, то есть то, в каких направлениях развиваются города. Первое, здесь уже, да, это наглядно, это понятно, население все больше переезжает в города. Вот, например, в Иркутской области 78% населения живет в городах, поэтому эти объекты являются важными и для научного изучения в том числе. Помимо этого, конечно, города характеризуются перенаселенностью и переуплотненностью. Это не обязательно, не всегда так, но большинство городов именно такую характеристику имеют. В связи с этим, точнее сказать, с этим связано и несоблюдение, несоответствие некоторых санитарных норм, это не возможность общения с природой, что тоже важно для людей, и различные другие проблемы, как уже говорилось, да, экологические проблемы, это основная масса сбросов, выбросов, образования отходов тоже приходится на города. И, к несчастью, если случаются какие-то катаклизмы природного, техногенного характера, то большая часть населения или большая часть людей страдает именно на городских территориях от этих катаклизмов. Для примера, самый перенаселенный, самый переуплотненный город в мире – это Дака, столица Бангладеш. Плотность населения 44 человека на квадратный метр. Для примера, в городе Иркутске 2200, ну там с чем-то еще. Разница там ощущается. В мире существует значительное количество программ, которые занимаются проблемами городов. Одна из основных, которая работает с 70-х годов прошлого века на уровне ООН – это ООН «Хабитат». К ее целям, к ее задачам, в ее ведении находятся все варианты проблем, связанных с городами. Это и экономика, это и социум, это и качество среды, и, как вы видите, основные цели, конечно, еще это устойчивость и жизнеспособность. Про жизнеспособность я тоже скажу отдельно в двух словах. Сразу хотелось бы сказать, что именно благодаря программе, наверное, ООН «Хабитат» люди обратили внимание на проблему такого рода, что немалое количество людей относится к так называемым маломобильным группам. И маломобильные группы – это не только инвалиды, это родители с детьми, особенно родители с колясками, это пожилые люди, это люди, которые живут за чертой бедности, и тем самым, естественно, их мобильность ограничена иногда даже районом, в котором они живут. То есть вот именно на этом, на том, что жизнь должна быть пригодна и хороша, и для этих людей в том числе, конечно, ООН «Хабитат» беспокоится. Ну, в частности, программа профилирования жизнеспособности городов появилась в тот момент и развивается на том уровне, на той базе, что когда происходят техногенные или природные катастрофы, города утрачивают возможность функционировать. То есть разрушение, человеческие жертвы приводят к невозможности даже элементарного наличия или возможности получения воды, продуктов и какого-то укрытия. Таких примеров большое количество вообще катастроф природных возрастает, поэтому
ООН «Хабитат» разрабатывает программы жизнеспособности для разного уровня городов, для разных вариантов обеспечения вот этого самого функционирования жизнеспособности при любых условиях. Есть программа ВОЗ, которая связана с, больше всего с окружающей средой, с показателями качества воздуха, в частности, с санитарными нормами, касающихся воды. Она тоже, ну, основной задачей своей видит, что город должен быть наилучшим образом приспособлен для жителей людей и обеспечивать то качество среды, которое бы улучшало показатели здоровья населения, живущего в том или ином городе. Значит, ну, коротко о том, что я хочу сегодня сказать. То есть в любом случае я расскажу вам о том, какие бывают вообще озелененные территории, потому что их классификация, их разнообразие велико. Приведу некоторые примеры, расскажу вот о экосистемных услугах, как я уже обещала, и, в общем-то, как раз покажу основные проблемы, которые касаются городских территорий. Значит, сразу хочу отметить, что вообще-то большинство проблем, которые потом в итоге окажутся, да, появятся, которые я в итоге вам освещу, они почти все могут быть решены за счет всего-навсего выполнения законодательства Российской Федерации и международных норм, которые существуют. То есть это не что-то, не какое-то изобретение, это не надо что-то срочно переделывать, перестраивать, переосмысливать. Это все было создано еще в Советском Союзе, и всего-навсего соответствие законодательным нормам, даже соответствие законодательным нормам Российской Федерации, могут позволить нам изменить внешний облик наших городов. То есть у нас, естественно, есть нормы при проектировании, у нас наличие насаждений должно быть, да, то есть они обязаны быть на любом строящемся объекте. Есть нюансы соответствия застройки и озеленения, ассортимент в том числе был утвержден, что поразительно, ну, ему бы пора уже как-то как раз измениться и обновиться, но это вот не происходит. И также есть проблемы контакта насаждений с сооружениями, с теми объектами, которые сопровождают сооружение. И вот это часто приводит к конфликтам. Ну и, конечно, вот еще раз отмечено то, что маломобильные группы сейчас в законодательстве так или иначе обсуждаются всегда. Какие типы, какие категории озелененных территорий вы могли бы назвать? Ну, вот так вот. Ну, парк, да? Какие еще? Скверы. Еще какие? Хорошо. Ну, то есть даже просто так навскидку вы понимаете, что их не один вариант, не два, а довольно значительное количество. То есть согласно законодательству Российской Федерации у нас три основные группы. Вот первая, вторая, третья. Четвертая – это земельное законодательство. У нас есть вариант резервных территорий. В границах городов это немножко не соответствует тому, что преследует земельное законодательство. Но, тем не менее, я считаю возможным как раз применить это для классификации. Итак, три категории, четыре – общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения и резервные. У каждой из них даже свое назначение, у каждой из них свои требования, у каждой из них свои особенности как функционирования, так и структурного состояния. Категория общего пользования, как вы видите, вот это городские лесопарки, то есть как раз то, что вы в основном и перечислили. В нашей стране именно за счет этой категории обеспечивается такой показатель, как обеспеченность населения насаждениями. Там вот я специально привела в строчке требования такие несколько цифр. Дело в том, что в соответствии с законодательством каждому из нас с вами положено не менее 9 квадратных метров насаждений. Именно этой категории, не каких-то других категорий, а именно относящихся к этой категории. Но дело в том, что так как Россия, естественно, ратифицирует все международные договоры, ну хорошо, большинство международных договоров, в том числе касающихся ООН «Хабитат» и развития городов. Так вот, в этих международных договорах сейчас принято решение на международном уровне, что население должно иметь не менее 50 квадратных метров зеленых насаждений на каждого. И как будто весь мир стремится к этому показателю. Да, у нас в Иркутске сейчас на данный момент не более 12 метров квадратных. И это случилось при такой
процедуре, как внесение в границы города некоторых лесов, которые раньше находились за чертой города. Только благодаря этому мы достигли хотя бы вот такого показателя, незначительного по сравнению со многими другими и городами. Но, с другой стороны, для России это вполне обычный показатель. Категория ограниченного пользования, как вы видите, представлена образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, как раз в пределах жилой застройки и озелененные территории культовых объектов. Ну вот опять-таки эту категорию я внесла в классификацию, потому что эти объекты есть, они занимают на территории российских городов значительные площади. Ну правда, подходы к их озеленению отличаются, я не буду сейчас об этом говорить. Самая интересная характеристика для этой категории – это именно специфичность. То есть это самые интересные варианты, во-первых, потому что наши люди неравнодушные занимаются этой процедурой озеленения, не дождавшись, когда этим займутся администрации управления. Люди, да, разбивают там клумбы на свое усмотрение, сажают деревья, что опять-таки довольно часто приводит к конфликтам. Потому что размещение насаждений по отношению к сооружениям, в том числе к жилой застройке и разного рода коммуникациям, которые находятся над землей и под землей, это нужно использовать при создании вот таких вот озелененных территорий, чтобы не было ненужных конфликтов, да, ненужных ситуаций. В общем, других каких-то серьезных требований к этой категории в нашем законодательстве не предъявляется. Самая крупная группа – категория специального назначения. Как вы видите, здесь основная масса представлена разного рода санитарными разрывами. Санитарно-защитными зонами предприятий, разрывами между трубопроводами, от трубопроводов, линий электропередач. Есть здесь охраняемые территории, когда они находятся в черте городской, и территории курортов. Дело в том, что раньше курорты тоже являлись охраняемыми территориями, сейчас их вынесли из этого закона и, правда, прописали отдельное законодательство, то, что касается курортов. Конечно, к ним предъявляются преимущественно тоже эстетические требования, не какие-то там специальные нормы. А все остальное – это как будто бы строго контролируемое на уровне государства создание вот этих самых озелененных территорий. Резервные территории представлены всего-навсего неудобьями пустырями, площадками для сбора мусора и гаражными кооперативами. Ну, вы знаете, да, что гаражи – это особенность наших городов российских, гаражные кооперативы. И чаще всего они создавались на, особенно то, что построено вокруг домов, оно, безусловно, имело незаконное создание и находится на территориях, там, где должны быть насаждения. Неудобья – это разного рода склоны, ямы, канавы. Вы знаете, да, что у нас это тоже такое распространенное явление в границах наших городов. Обратите внимание вот на площадки для сбора мусора, то есть согласно законодательству, от них до домов, до вообще каких бы то ни было сооружений, за исключением подъезда дорожного, должно быть не менее 15 метров. И опять по законодательству эта территория должна быть озеленена. Вот теперь представьте, да, мусорный контейнер около своего дома. И теперь представьте, если бы все-таки было так, как написано в законе. 15 метров вокруг них было бы озеленено. Согласитесь, было бы куда как приятнее на это смотреть. Для примера. Итак, вот у нас автовокзал Иркутский. Он относится к категории общего пользования и административные общественные здания. Значит, в 2002 году заметен процесс зарастания. Ну, качество снимков уж простите, какое есть. Заметен процесс зарастания. К 2009 году деревья поднялись, там были высокие тополя, там были березы. Значит, фактически здание было, оно не очень архитектурно такое, да, приятное, тем не менее, вот эта вот зелень, которая вокруг его окружала, она придавала ему особый эстетический вид и, мало того, давала возможность людям, ожидающим поездки, отдохнуть вот хотя бы под деревьями. Ну и в 2012-м случилась реконструкция. Сейчас 2021 год, ничего не изменилось. Там есть три кривых кустика перед входом, и больше нет ничего. И это общественное место, мало того, это как любой вокзал, это лицо города для всех, кто приезжает в наш город. Еще один пример, опять-таки, всего-навсего благоустройства. И это не единственный пример. Многие школы и учреждения, младшие дошкольные,
за последние там, 20 лет претерпели стадии реконструкции. К сожалению, то же самое вы видите. Реконструкция случилась за счет полного уничтожения озеленения. Печально то, что вот здесь вот в нижней части проходит автомобильная дорога, и если до этого насаждения ограничивали поступление в здание школы, проветривание никуда у нас, да, не денется, то есть они ограничивали поступление загрязняющих веществ, немножко ограждали от шума, то потом после уничтожения, то есть там стоит заборчик, то, что там зеленое, это даже не трава, это пластиковое покрытие, пластиковый настил. И опять повторюсь, да, это не единственный вариант реконструкции школы в городе Иркутске. Это не Иркутск, но я думаю, что вы понимаете, оно очень похоже по всем городам. Строительство новых микрорайонов, новых объектов жилой застройки обычно выглядит вот так. То есть ни одного дерева, хотя по проекту, проект не могли утвердить, не могли допустить к застройке, если там нет наличия насаждений. Ну и, конечно, старая застройка выглядит более зеленой. Вопрос сохранения этих насаждений со временем. Как я уже сказала, зоны специального назначения, территории специального назначения, они выполняют очень важные функции, опять-таки, по ограждению влияния как промышленного предприятия на окружающую территорию, да, так и по сохранению качества среды, если вдруг это предприятие в каком-то виде негативным образом влияет на среду. Это радиозавод у нас на территории Иркутска есть, похожий радиозавод, и самое главное, расположен почти точно так же посреди жилой застройки. Конечно, здесь есть нюанс, который связан с первостепенностью. То есть сначала был построен завод, потом были приняты законы о санитарно-защитных зонах, о их структуре и состоянии. В связи с этим почти в каждом генеральном плане застройки российских городов есть пункт, что на территории города есть группа людей, которые проживают в границах санитарно-защитной зоны, и они рекомендованы, то есть эти люди, проживающие вот в этих границах, рекомендованы к расселению. Прекрасно вы понимаете, что расселение вряд ли случится, скорее заводы закроются, что у нас и происходит по всей территории страны. Но вот здесь, в границах санитарно-защитной зоны, такого предприятия по промышленному производству крупное, находятся жилые дома и даже школы. Водоохранные зоны – это вообще отдельная история, потому что есть огромное количество работ, огромные заслуги многих архитекторов и в мире, которые говорят о том, что реки должны быть ограждены зелеными коридорами, тем самым обеспечивая, опять-таки, улучшение качества воздуха, улучшение качества жизни людей, обеспечивая возможность отдыха на этих территориях. То есть водоохранные зоны – это территории, на которых люди должны как раз в основном получать такие рекреационные возможности, которые они не получат нигде более. То есть прогуливаться рядом с автомобильной дорогой нам редко приходит в голову. Мы готовы пойти к водному объекту, если нам есть куда пойти. Конечно, представлено вот внизу, это фотографии Ушаковки разного времени. Сейчас она действительно, вот первый ближайший ко мне кадр, сейчас она выглядит примерно так. Это ситуация складывалась давно, более 50, даже более 80 лет. И все мы помним, ну, эта фотография довольно распространенная, ее знают, ее любят показывать, да, то есть когда-то Ушаковка, точнее сказать, по берегам Ушаковки был невероятной красоты парк. Теоретически иногда возникают трения на уровне администрации города, что надо вернуть вот такое вот состояние Ушаковки. Конечно, этого вот сколько лет, я тоже слышу периодически, что опять возникает вопрос о Ушаковка, и буквально на следующий год я ежегодно по этой речке хожу со студентами на практике, и ежегодно я вижу только ухудшение состояния, вплоть до того, что да, ограждают территории, чего быть на водоохранных зонах вообще не должно. Периодически даже появляются предприятия по изготовлению бетона прямо вот в границах водоохранных зон. И все это вот к несчастью приводит к тому, что страдает качество вод. А, понимаете, да, Ушаковка впадает в Ангару, то есть вот эти вот плохие, даже не соответствующие санитарным нормам воды попадают в Ангару и, соответственно, идут дальше.
Озеленение автомобильных дорог – это вообще отдельная песня. В общем, здесь можно только, к несчастью, в слезах рассказывать о том, что могло бы быть, что должно бы быть и что есть на самом деле. Ну вот, для примера тоже я нашла очень старую фотографию улицы Байкальской. Вы видите, озеленение было заложено, положенное по законодательству Российской Федерации. Здесь, правда, видно, да, ну, двухполосные деревья. По сути, на улице Байкальской были и бордюрные озеленения в виде, ну, из кустарников. И, конечно, травянистый покров тоже местами, ну, был вполне себе приемлемый. Реконструкция, как обычно, да, благоустройство города привело к тому, что теперь там насаждения можно посчитать по пальцам, которые провели после. Ну, вопрос пробок, насколько он решим. Вы знаете, Иркутск не первый город, у которого увеличилась доля промышленного транспорта, увеличилось количество автомобилей у населения. Никому не пришло в голову, знаете, расширять Париж или Рим, расчищать улицы. Но зато мы тоже знаем пример того, как в Москве на улице Тверской сначала вырубили все, что там было, потом сажали по 800 тысяч за одно дерево. У нас, в общем, не особо озадачились. Ну, вырубили и вырубили. Ну, не посадили. Ну, вот сейчас это выглядит так, и большая часть улиц, улицу Ленина, как вы помните, там нет ни одного дерева. Каверзный вопрос. А для чего? Может быть, и не нужно, может быть, нам действительно лучше, вот, чтобы автомобильному транспорту было удобнее разворачиваться или подъезжать. Зачем нам деревья? Кислород, хорошо. Еще какие версии? Обеспечение рекреационной возможности, как я уже сказала, особенно для маломобильных групп, которые не в состоянии куда-то поехать, а где еще гулять? Ну, а в конце концов, вот мамочка с ребенком вышла на полчаса, куда ей? Вот она встала около подъезда. Ну, хорошо. Итак, есть такое понятие в науке, как экосистемные услуги. Экосистемные услуги – это то, что как раз бесплатно предоставляется нам природой. Здесь коренное слово именно «бесплатно», то есть то, что мы обычно даже не задумываемся, что для нас сделала природа, не кто-то, не что-то построил, не кто-то что-то принес, а природа для нас сделала. Как видите, причем здесь я отразила экосистемные услуги, которые касаются только растительности. Не забываем о том, что растительность предоставляет возможность для обитания животных, и они тоже приносят нам какие-то услуги, хотя бы эстетические. Да? То есть среда, которая создается в городе, создается в том числе за счет тех насаждений, которые посажены в этом городе. Хвойные деревья выделяют фитонциды, которые убивают фактически большую часть бактерий в воздухе. Помимо хвойных деревьев, такие же функции оказывают сирень, ветки сирени, черемухи. То есть фитонцидная составляющая, фитонцидные вещества – это важная часть атмосферы воздуха. Глобальные услуги, которые вы как раз и называли, это производство кислорода, производство продукции в том отношении, что они дают прирост и дают питание, ну, например, почвенным организмам. Они обеспечивают круговорот вещества и круговорот воды. Именно благодаря деревьям, кустарникам и травам изменяется температурный режим. То есть вот по моим исследованиям, если измерить температуру, когда там где-то 30 градусов жары над асфальтом, естественно, будет 30, даже выше. А если мы измеряем этот показатель под кроной деревьев, он может отличаться на 7 градусов. Тут уже, конечно, зависит от самого насаждения. Они защищают нас от ветра, они в том числе формируют ветер, тем самым очищая воздух, они образуют стоки загрязняющих веществ из-за разницы температуры между окружающей средой и листвой. Они вообще фильтруют воздух, так как листья обладают такой способностью осаждения пыли на своих пластинках. Конечно, потом у нас случаются заболевания у растений, потому что лист не может функционировать полноценно из-за того, что он покрыт пылью. Но опять-таки, что интересно, в законе Российской Федерации прописано, что насаждение надо мыть с некой регулярностью. Медико-социальные услуги. Имеется в виду, что здесь и то, что вы назвали рекреационное, а также зеленый цвет и вообще насаждение действуют умиротворяюще на нервную систему, успокаивающе на нервную систему.
Ну и, конечно, насаждение формирует облик города. Многие города в мире узнаются по конкретным паркам, по конкретным объектам озеленения. Конечно, чаще всего этот парк или объект озеленения имеет архитектурный объект, который также гармонично или ансамблем вписывается и является вот именно визитной карточкой того или иного города. Да, ну, я думаю, отвечать здесь нет необходимости. Дело в том, что, конечно, насаждения преимущественно страдают. И жалко, что они часто страдают от нашего внимания. От нашего невнимания они страдают значительно меньше. Итак, мной было выделено несколько групп рисков, ну, 9 групп. Внутри они просто немножко отличаются, потому что причинение вреда может быть как деревьям, так и кустарникам отдельно. Обратите внимание, что вообще-то большая часть экологических рисков, которые нарушают гармоничное и устойчивое развитие насаждений, связано с элементарным причинением вреда и какими-то незначительными изменениями, которые мы иногда делаем просто походя. Да? Шли, сломали веточку, ни для чего. Тем самым мы в любом случае нарушили и нанесли вред насаждениям. Конечно, есть и другие варианты, то, что в городах пропадают, например, из травянистого покрова целые спектры видов, характерные для этих территорий, для наших территорий. Они просто не могут расти в городских условиях, потому что почва не соответствует их требованиям, потому что даже воздух не соответствует. Ну, например, лишайники из городов почти из всех пропали, потому что эти организмы предпочитают чистый воздух. Многие травянистые растения точно так же из-за того, что их на букетики, другие формы сбора, даже лекарственные травы, они также пропали из травянистого покрова в связи вот с переэксплуатацией, с избыточным вниманием к себе. Факторы, основные факторы, которые приводят к уменьшению насаждений, количество насаждений, к изменению, к тому, что оно становится менее привлекательным и менее необходимым, да, вот в таком виде. Конечно, больше всего насаждение уничтожается при строительстве и при разного рода благоустройстве, что я вам и показала. То есть, к несчастью, для того, чтобы что-то построить, нам нужно действительно уничтожить все и потом только сделать вид, что мы произвели дополнительные работы по озеленению. То, что делается для, ну точнее сказать, в рамках благоустройства жилищно-коммунального хозяйства, это работы, связанные с канализацией, с водой, с электричеством, это обычно приводит к тому, что повреждаются насаждения. Ну вы все, я думаю, наблюдали такой момент, да, приезжает, что-то случилось, какая-то авария, приезжает большая машина, из нее выходят люди в жилетках с лопатами, и все. И прощай все то, что они вот тут вот, что они делали, да, они выкопают, они потом все это бросят в таком виде. Конечно, в последние годы мы наблюдаем, что потом приходят другие люди в других жилетках и все-таки приводят это в так называемый порядок, высаживают там, рассеивают газонную траву, может быть, даже сажают деревья, но, к сожалению, восстановить, и точнее сказать, большое дерево, сколько нужно лет для того, чтобы посадочный материал стал деревом, к несчастью, не меньше 20. То есть только лет через 20 посаженная 50-70-сантиметровая саженец, да, или посадочный материал превратится в реальное дерево. А в наших условиях, в сибирских, процесс роста для некоторых видов еще более замедляется. К несчастью, вот тоже наезды автомобилей в последнее время это какая-то нерешаемая, мне кажется, задача. Почему-то каждый автомобилист считает, что он может поставить свою машину под окно, и неважно, что там газон, там кустарники, там, в конце концов, там даже клумбы, которые люди разбили от своего собственного сердца желание, чтобы было, ну, более эстетично. Вытаптывание тоже характерно для наших озелененных территорий, то есть мы прокладываем тропинки там, где нам удобно. Но с другой стороны, во многих странах в мире давно пошли путем другим, когда прокладывают тропинки, прокладывают их там, где ходят люди. То есть если появляется новая территория, сначала смотрят у строителей, где ходят люди, и там прокладывают тропинки, а не так вот, да, положено вот так вот или вот так.
и все, и больше никак. А то, что люди всегда ходили по косой, ну, никого не интересует этот вопрос. Поэтому у нас получается две тропинки официально приложены, еще три по косой, поэтому озелененная территория выглядит вытоптанной и неухоженной. Повреждения я уже озвучила, да, такую проблему. И замусоривание тоже случается для озелененных территорий. Некоторые объекты озеленения такого отношения не выдерживают. Ну, в частности, вот как раз я вам приводила пример про мусорные контейнеры, которые должны бы были быть, и возможно это было бы куда как более эстетически привлекательно. Итак, ключевые проблемы городов, которые вот при анализе всего того, что я собирала, какие материалы, при изучении материалов кем-то опубликованных, значит, я отмечаю следующие основные проблемы. Конечно, первые в любом случае связаны с элементарным невыполнением законодательных норм, а также с его устареванием по отношению к современным требованиям. Да, помните, 50 метров квадратных на человека. Вообще более естественные формы озеленения. Тоже, знаете, вот нюанс. Почему-то у нас в озеленение всегда пытаются вложить огромные деньги, и часто это бывает необоснованным, потому что в том же мире пошли по пути, а чем крапива-то некрасивая? А почему надо обязательно посадить дорогущие там георгины или гладиолус, или что там у нас еще высаживают? Крапива тоже вполне себе неплоха. Ладно, крапива, обратите внимание, появилась и у нас в том числе она есть. Лебеда, ее сделали более привлекательной. То есть у нее листья теперь красные. Вот гибридная лебеда с красными листьями появилась и вполне себя оправдала хотя бы из-за простоты своего, вот из-за отсутствия или из-за отсутствия необходимости сложного ухода. Может быть, скоро лопухи будут с розами. Все возможно. Значит, то, что у нас не хватает насаждений по районам, приводит к тому, что те объекты озеленения, которые есть, переэксплуатируются. Ну вот, например, огромный Ленинский район, и фактически на его территории нет ни одного крупного парка. А если учесть его размеры, да, то таких парков должно быть не один и даже не два, чтобы люди имели возможность где-то отдыхать, где-то встречаться. Но здесь дело даже не в Ленинском районе, если учесть, что у нас в центре города фактически тоже не так их много, а количество населения, приезжающего туда, еще и население, приезжающего из других населенных пунктов, тоже не дает возможности людям отдыхать, ну, так, как им хотелось бы, или увидеть что-то, чего, в общем, нет в малых населенных пунктах. То, что проекты не содержат необходимой доли озеленения, это мы уже тоже с вами обсудили. К сожалению, форма содержания у нас случается, форма благоустройства случается от случая к случаю. То есть постоянного ухода за территориями наблюдается, ну, только в незначительных количествах на незначительных территориях. Вот тоже последняя ситуация последних 15 лет привела к мысли многих устроителей городов и многих озеленителей, что моновидовые посадки, они опасны. Что значит моновидовые посадки? Ну это вот, да, вот огромная на протяжении там нескольких километров линия тополей или берез. В частности, вот я как раз привела пример яблони ягодной, это та, которая у нас сейчас повреждена горностаевой молью. А помните, да, вдруг случился коллапс. Все яблони в городе покрылись чем-то ужасным, фильм ужасов такой был. Это вот проявление того, что моновидовые посадки иногда могут страдать все массово, и это приведет в том числе к негативному отношению людей к ним. Пошли массовые вырубки этих самых яблонь. И это не единственный пример. Но когда речь заходит о формировании какого-то парка или сквера, почему-то чаще всего проектировщики, посадим вот эти вот только деревья и больше никаких других. То есть разнообразие, видового разнообразия, разнообразие ассортиментов не наблюдается, что может опять привести вот к вариантам смерти или какого-то повреждения такого массового. Опять это у нас в Иркутске даже есть этому пример. В мире подобных примеров немало, когда что-то случается с конкретной породой в городе. К сожалению, стоит отметить, что жители городов, очень такая значительная масса жителей городов, по
почему-то решает вопрос озеленения по-своему. Вот он мне мешает, и, значит, соответственно, его здесь быть не должно. Это пусть будет дерево или кустарники, или даже какая-то другая территория площадки. Вот мне нужна стоянка для моего автомобиля, мне не нужна зеленая территория. Давайте, соответственно, ее закатаем асфальтом. Кстати сказать, это намного дешевле. То есть почему озеленение в том числе применяется в меньшей степени и на меньшей площади? Потому что асфальтом закрыть участок – это дешевле для строителей. Цена озеленения, да, вот как раз я это сказала. Переэксплуатация у нас чаще всего случается именно из-за нехватка территории. Значит, про повреждения мы уже с вами поговорили. И, значит, к несчастью, многие аварийные ситуации приводят к тому, что, ну, например, у нас в Иркутске, что у нас характерно? Ветра, сильные ветра, да, бывают. После этого, после такого ураганного ветра, шторма, деревья падают и часто повреждают имуществом. После этого снова случается очередная волна негативного отношения к тем деревьям, которые расположены на вот участках, и не дай бог под ним стоит опять-таки автомобиль, или крыша дома была повреждена, что тоже часто приводит к и негативному отклику населения, и то, что администрации городов идут навстречу людям, и начинается опять повальная рубка. К сожалению, вот опять здесь сложно собрать все сведения, потому как, ну, один человек, да, я имею в виду себя, все сразу охватить не может. Но когда я проводила наблюдение после штормовых ураганных ветров за теми деревьями, которые упали, в основном были повалены те деревья, которые очень сильно подрезали, вот эти вот современные варианты подрезки деревьев, которые называют омолаживающими подрезками, они приводят к тому, что корневая система тоже уменьшается в площади. Тем самым дерево становится неустойчивым. Конечно, у нас есть еще и другие причины, в том числе участки перемерзания почвы и наоборот, то, что там есть коммуникации, которые корни повреждают. Только из-за этого деревья становятся неустойчивыми и обрушения происходят. Но знаете, я не единожды наблюдала не только в Европе, но и, например, в Калининградской области. У них есть очень старый парк вокруг прудов посреди города Калининграда, где деревья действительно им там больше 100 лет, значительно больше 100 лет. И они их стараются сберечь. Они под деревьями делают кирпичные кладки, чтобы дерево не падало. У нас чаще всего, ой, надо же, покосилось дерево, и под корень. Не забываем, да, дерево 25 лет, ну пусть 20 лет, чтобы оно стало похоже на дерево, чтобы оно начало выполнять все те функции, которые мы от него хотим. В заключение мне бы хотелось, да, вот скажите мне, почему тополя плохие, почему вдруг тополя стали плохими? В смысле, сами деревья болеют. Угу. Еще какие-то версии? Кто? Нет, ну это мы, да, это мы все отмечаем. То есть, естественно, деревья в городах должны подлежать планомерной замене, правильно? То есть мы знаем, вот у нас есть старые деревья, надо рядом уже посадить новые, чтобы со временем они заменили старые. Но знаете, дело в том, что вот это, так сказать, цифровые показатели. А так вы сами вспомните, видели ли вы когда-нибудь в городе дерево выше, чем тополь? Ну, хоть какой-нибудь пример. Ни одного. Мало того, большая часть деревьев, которые есть в городе, они чуть выше половины высоты тополя занимают. Теперь представьте площадь проекции кроны, то есть та площадь, которую занимает листва, ну, понятно, с ветки, да, вот под ним. Опять, хоть одно дерево, хоть одно, хотя бы близко. Разница просто колоссальна. То есть у меня были варианты тополей, их сейчас подрезали, у которых площадь проекции кроны доходила до 200 метров квадратных. То есть под деревом можно кафе разместить, и, ну, или лавочки, да, и спокойно отдыхать. Нет у нас, к несчастью, альтернатив. Если бы мы жили в каких-нибудь тропиках или субтропиках, да, там бы, может быть, баобабы или иже подобные с ними. У нас альтернативы фактически нет. То есть для сибирских городов, мало того, даже дубы и липы, которые по показателям приближаются к тополю,
в Москве, они не, то есть в городах не все функции сохраняются, то есть не все морфометрические показатели сохраняются. Поэтому вот для, а для сибирских городов у нас почти нет никаких альтернатив. И как вы сказали, пух, вот все то, что они для нас делают, вы знаете, 2 недели пуха, на мой взгляд. Вон мы коронавирусу поклоняемся уже сколько? Да, давайте, в общем, и тут мы как-то переживем. Теперь мы уже привыкли ходить в масках, теперь мы уже привыкли. Причем пух тополей не является аллергеном. Опять-таки, с медицинской точки зрения. Поэтому вот я просто в ужасе в очередной раз наблюдаю, сейчас как раз и пошли опять эти самые подрезка, опять пошла этот уничтожение тех тополей, которые еще остались в городе. Нет ни одного варианта, который бы их заменил. Ну, может быть, к несчастью, но надо как-то с этим смириться, точнее сказать, дело не в смириться, а в том, что мы должны отдать должное этим деревьям, которые нам обеспечивают огромное количество положительных функций, а мы, ну вот они нам не нравятся, да, и мы их уничтожаем. Значит, ну и в заключение хотелось бы мне еще сказать о том, что вообще озеленение обеспечивает даже варианты благосостояния и то, что оно улучшает саму позицию города на международном уровне. В частности, в Европе есть такая еще одна программа, она называется «Зеленые города, пригодные для жизни». Ну, здесь перевод, он может быть не совсем корректный, но я не стала, в общем, озадачиваться вопросом, как бы так перевести, потому что они как раз говорят о том, что города, входящие в этот рейтинг, и точнее сказать, стремящиеся попасть в этот рейтинг, они предпринимают огромное количество сил, каких-то разработок, наработок новых для того, чтобы стать вот этим вот городом пригодным для жизни. Характеристики, вот часть я просто выбрала из них. Вообще каждый из городов, естественно, на сайте представлен, там у них все расписано, что он такого сделал замечательного. Но посмотрите, конечно, в первую очередь это улучшение качества атмосферного воздуха. Вообще большая часть заболеваний, по мнению ВОЗ в том числе, связана с тем, что атмосферный воздух у нас ненадлежащего качества в городах. То есть слишком большое количество загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Есть меры, увеличенные меры по уменьшению шумового загрязнения. Шумовое загрязнение преимущественно от автомобильного транспорта у нас сейчас преобладает в городах. То есть посадки деревьев и кустарников по определенному плану снижают, ну, хотя бы на 5, на 7, в некоторых случаях на 10 дБ. Помимо этого, есть, вот я вам приводила пример, говорила, что водоохранные зоны в городах из-за такого сильного загрязнения, из-за сильного разрушения, они качество воды теряют, и вот эти плохие воды, они загрязненные, несут дальше в другие водные объекты, тем самым ухудшая и их состояние. Так вот, если правильно организованы водоохранные зоны, они снова будут способствовать улучшению качества воды. Значит, конечно, помимо этого, вот у них один из главных показателей, на котором они базируют свои рейтинги, это то, что население имеет доступ к объектам озеленения, к крупным объектам озеленения, и доступ ограничен, ну, 300 метрами или, обычно говорят, 15 минут пешком. Ну вот теперь каждый из вас тоже может представить, можете ли вы за 15 минут дойти до нормального объекта озеленения, в котором можно было бы отдохнуть. Велосипедный транспорт получает развитие во всем мире. Ну, у нас в Иркутске тоже есть прецедент, да, для того, чтобы сделать велосипедную дорожку, еще отрезали кусок от парка метровый, да, заасфальтировали его, вот у нас теперь есть велосипедная дорожка. И понятие зеленых и синих коридоров связано как раз с водоохранными зонами рек. Ну, в общем, по-моему, здесь уже больше, да, ничего такого, что стоит отметить, нет. Как видите, города, конечно, все европейские, хотя вот в 2023 году будет победителем этой программы Таллин, то есть тоже наше бывшее наследие. Все, спасибо большое за внимание, вопросы. Спасибо большое, давайте поблагодарим Лену Владимировну. Ну, а теперь, друзья, если есть какие-то вопросы, их можно будет задать, и, соответственно, Лена Владимировна на них ответит. Да, давайте, пожалуйста, только давайте в микрофон, чтобы вас было слышно, те, кто нас смотрит просто, да. Я вот живу в микрорайоне Радужный и не сказала бы, что у нас неозелененный район. Достаточно очень и посадок, и сквериков, и даже есть там пруд.
И даже предприняли вот такой метод озеленения, когда на гаражных, вот гаражи идут подземные, да, а сверху сделали ярусные детские площадки, где зеленые большие деревья, не какие-то кустики. А там тебе, пожалуйста, может ребенок и погулять, и поиграть, и все это вот как-то можно соединить. В принципе, я бы сказала, что даже вот река Ушаковка, что там уже отстали, она там уже преобразуется. Вот мы ходили на экскурсию, там уже предпринимаются меры. Да, там был Конды парк шикарный был, но и сейчас начинает постепенно все возвращаться. Хорошо. Спасибо. Нет, я очень рада, что у вас, да, у людей есть, слава богу, позитивное мнение в этом отношении. Да, очень хорошо, что это наблюдается. Нет, я могу сказать, что да, за последние там лет 5 вообще город немножко преобразился. А сколько нам еще не хватает, так сказать, для вот тех норм, которые... Не будем, ну хорошо. Почти в два раза. Все понятно. Современно международным два раза, как минимум. Ага. Вот у Константина Владимировича... Нет, что вы 50, да. У нас последний, еще бы нам бы 20 хотя бы добрать. Нас 12 метров куда. Ну там... Спасибо большое. У меня два вопроса. Один все-таки про изменившиеся нормы озеленения. Вот я как раз не соглашусь. Где-то в микрорайонах действительно озеленяется в Радужном. А у меня вот наглядный пример в районе 30-й дивизии, где с одной стороны советская застройка 4-5-этажная, и она очень сильно заполнена деревьями, и там прямо видно, что это было запланировано. С другой стороны строятся высотки, элитные дома, где, как вы говорили, 3-4 частных кустика на 4 16-этажных башни стоит. Да? Вот здесь и первый вопрос связан с этим. А все-таки это проблема правоприменения или это проблема все же изменившихся норм? Сколько чего должно быть? Ну, вообще нормы не уменьшались ни в коем случае. В том-то все дело, что проекты, вот подобные проекты застройки, не должны были быть реализованными. Но у нас не предусмотрено, у нас же в стране только то, за что предусмотрен штраф и наказание, только это чаще всего выполняется. Нормы не уменьшаются, нормы только увеличиваются. То есть там должно было быть, точнее сказать, к этим микрорайонам должны были быть пристроены буквально парки. Я думаю, они за счет этого Лисихинского кладбища пытаются решить этот вопрос. Лисихинское кладбище все больше превращается в те самые неудобья, да? Потому что оно и неухоженное сильно, кроме одной его части. Нет, но оно, видите, оно просто еще совсем промежуточное пока занимает место, оно еще и в парк не может быть превращено, оно остается вот все-таки там там должны были быть санитарные разрывы, которые также должны были быть озеленены, но этого не сделано. То есть, скорее, это все-таки проблема правоприменения. Но да? Реализация проекта, где не предусмотрено снабжение, обеспечение людей нормой насаждений, не должно быть. Но оно случается же постоянно. Простите, нужно продолжение вопроса. Правильно ли я понимаю, что если бы, например, нельзя было разрешить стройку, строительство того или иного здания, если бы там, например, не было заранее выделено территорию для зеленых насаждений, то есть это должно было быть именно так, но у нас не совсем так. Ну, у нас вообще не так. Я просто удивляюсь, почему реализуются проекты. Конечно, это вот опять вопрос не ко мне, это вопрос вообще каждый проект, как вы понимаете, подписывает целая куча людей. И в том числе подписывается, если не озеленитель, то человек, который хотя бы в этом понимает. То есть там, мало того, я видела, я знаю, как выглядит проект, в проекте приложен план озеленения. Там написано, должно быть посажено. Сейчас иногда требуют, говорят, вы должны прописать, какой конкретно посадочный материал, высоты в том числе даже. То есть вот вообще для городов, как будто по закону, неприемлемо озеленение насаждениями меньше, чем 2 метра. Потому что они, пока они выживут, пока они вырастут, да, мы задохнемся, мы заболеем, мы... Хорошо. И второй вопрос, если можно сразу. Вы привели два примера такого, скажем, гражданской инициативы, но прямо противоположные. Один подлинно, может быть, гражданский, да, когда неравнодушные люди, вы говорили, озеленяют, что-то выращивают. И у меня тоже такие примеры есть, буквально под боком, когда там пара пожилых уже людей возле своего первого этажа разбили, и, в общем, все это очень красиво и хорошо. Но есть и другая сторона, когда люди просто закатывают эти газоны, чтобы угнездить своего четырехколесного друга. Отсюда вопрос. На ваш взгляд, если подумать, например, о том, чтобы передать право благоустройства и озеленения придомовых территорий, не совсем придомовых, чуть больше, да, вот этим товарищам, собственникам жилья и так далее, словом, отдать это на уровень горожан,
Даст ли это какие-то дополнительные преимущества или это приведет к дополнительным рискам? Превратится ли наш город в город-сад или превратится в город-асфальтовую площадку, на ваш взгляд? Ну, к сожалению, я чаще всего сталкиваюсь как раз с последним вашим вариантом. Во-первых, вы понимаете, что у нас есть, так сказать, у нас у кого-то есть голос, чтобы бороться, у кого-то нет. Обычно у тех, у кого автомобиль, у тех голос громче. Но, к несчастью, и мы же видим, что происходит. Здесь даже не надо задумываться, как бы это могло быть, кому бы мы что отдали. У нас большая часть территорий уже давно отрезается от озелененной территории, делается стоянка для автомобилей. То есть именно эти примеры чаще всего вы видели, обратный пример, да, что люди ставили машину, нет, пришли, облагородили, посадили деревья, кустарники, все, машины. На самом деле, где вы будете ставить свой автомобиль, вы должны были решать это до его покупки. Да, и это не значит, что он должен стоять под окном. Для этого есть специальные места. Но еще раз, я уже говорила о том, что никому не пришло в голову там уменьшать количество или площадь зеленых зон в Риме, в Париже. Ну, там, конечно, и так площади были недостаточны. И только у нас это все время так вот отрезается. Да, пожалуйста, ваш Георгий, ну что ж. Скажите, пожалуйста, вам приходилось вот с подобной лекцией выступать, например, перед законодательным собранием области, перед правительством области, перед городской думой, перед мэрией, администрацией города? Там вообще знают вот об этом всем? Ну, мне бы не хотелось, честно сказать, вот в эту дискуссию вступать. Я могу сказать только вот самый простой вариант ответа. Ученые люди неудобные, нас не хотят слушать, и мы это давно знаем. Конечно, так или иначе меня периодически приглашали в администрацию города Иркутска, да, я с ними разговаривала, мы с вами тут вот на коврике это дело обсудили, но это не значит, что они хотят наших советов, научно обоснованных причем советов. Да, секундочку. Один из наших бывших, уже экс-экс-экс-губернаторов, в свое время приехав на семинар, посвященный проблемам миграции и мигрантов, от нашего взаимодействия с ними, долго слушал, потом сказал просто замечательную фразу, которую я и мой старший коллега, профессор Дятлов, любим цитировать. Он сказал буквально следующее: «Не нужно онаучивать проблему, не нужно». Спасибо, Константин Владимирович. Так, вот давайте еще вопрос тогда, да. Я хотела добавить, что вот по поводу высоких деревьев. Вот мы недавно гуляли, значит, попали в новый микрорайон, построенный новым городом, да? И вот там насажены манжурские орехи, причем высокие деревья. Вот построен новый, конечно, там много домов, но вот потом о том, что там высокие деревья посажены, красивые, не какие-то там рядовые кустарники, крепдовые, очень даже было шикарно. Ну, видите, как хорошо, что вы хорошо, вы знаете, где гулять, в правильных местах, соответственно, и все. Юрий Иванович, вы что-то хотели добавить еще, да? Да, да. Только уже с регламентом, то есть, чтобы это… Сколько времени? А? Ну, у нас вообще вопросы чаще всего там, ну, или какой-то короткий комментарий, не докладного формата. Елена, огромное вам спасибо. Если передать, например, мои ощущения, впечатления от того, что я услышал, слово «грустно», оно слабое слово. Правильным будет слово «страшно». Вот смотрите, мы живем в городе Иркутске, который находится рядом с Иркутским водохранилищем, недалеко от Байкала, на берегу Великой Ангары. Здесь же есть большая река Иркут, есть малая река Ушаковка и еще несколько рек. То есть как будто бы природа создала все условия для того, чтобы наш город утопал в садах, рощах, парках, скверах, газонах и так далее. И ничего этого нет. Я вот родился и вырос в Новоленино. Там был шикарный сад, который был заложен еще до революции. Сад Тамсона. Что сейчас там? Я чувствую по киванию ваших голов, что вы знаете, что это. Там же был огромный парк железнодорожный. Железнодорожная роща. Нет. Ну или, во всяком случае, существует в ужасном состоянии. Я живу на берегу Ангары, на улице 5-й армии. Вроде хорошо, да? Но от серого дома, от вечного огня и до старого ангарского моста ни одного кустика, ни одного дерева. Каменные джунгли. А в общем-то я гражданин России, великой страны, с огромной территорией. Причем живу-то я в Сибири, понимаете? Живу-то я в Сибири. То есть я считаю, что вот
шикарная идея пришла в голову тем, кто в программу субботних уикендов научных, да, ввел именно эту тему. И поскольку я руковожу фондом имени первого губернатора Иркутской области Юрия Абрамовича Ножикова, у нас Алексей работает вместе со мной в этом фонде, мы намерены одним из проектов фонда сделать проект «Иркутск зеленый». И хоть что-нибудь сделать для изменения ситуации. Потому что вообще вот так объективно, да, я думаю, надо ли моим детям, моим внукам жить в нашем городе. А хочется, чтобы они здесь жили. Значит, надо менять ситуацию к лучшему. Огромное спасибо. Спасибо большое, да, да. Я, Юрий Геннадьевич, только вам посоветую тогда уехать с центра тогда, в микрорайон Радужный, там, говорят, много хороших этих деревьев растет. Вот в настоящее время нас спасают сады и огороды, на которых есть деревья и зелень. Отлично. Да, пожалуйста, вот еще вопрос есть. Нет, я просто хотела сказать, что не все так плохо, и у нас есть еще как бы надежда. Сейчас есть возможность приватизировать придомовые территории. Каждый дом может прихватить себе территорию, озеленить ее, сделать там просто город-сад. Вот и все. Отлично. Осталось только прихватизировать и сделать зону-сад. Спасибо большое. Давайте поблагодарим Елену Владимировну, еще раз поаплодируем ей. Мне кажется, что тема очень важная, на самом деле, интересная. И, как ни странно, сейчас очень популярная, потому что все мы хотим жить долго, и в том числе в хорошем и качественном воздухе. Ну а для тех, кто нас смотрит, я напоминаю о том, что ровно через неделю мы поговорим про космос и кино. Сергей Язев, обещанная нашей лекцией, когда мы тут были в пандемийном формате, соответственно, мы перенесли на декабрь, поэтому 18 и 25 декабря проект «Научные уикенды» продолжает работу. В 11 часов ждем вас. Всем спасибо большое. До свидания.